Добрый вечер, друзья. Сегодня 10 ноября 2022 года. Я в Алуште. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Алушта живет своей вечерней жизнью. Есть куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть. Кафе работает. Бары, рестораны работают, проводятся тематические вечера. Сейчас мы идем на одно мероприятие. А это мероприятие будет проводиться сегодня в гастробаре «Винторг». Это там, где стоит скульптура Юрия Владимировича Никулина, Ленина 1. Здесь кафе «Встреча», ленкоранская акация. Друзья, 10 ноября отмечается День бухгалтера. Хочу всех поздравить, бухгалтеров и причастных, с профессиональным праздником. Горячий хлеб, пицца на дровах. Лавандовый компот. Косметика крымская. Сегодня на вечеринку в честь Советского Союза и всех фильмов Леонида Гайдая, «Кавказская пленница», например, «Операция» и, может быть, «Бриллиантовая рука». Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Арт-директор гастробара. Приветствую. Приветствую я вас. Сегодня, друзья, вечеринка в стиле Советского Союза и приглашаем вас снова посетить нас. Будет весело. Всех гостей, местных жителей города Алушты приглашают в гости гастробар, друзья, и магазин «Винторг». Здесь вас встречу в гостях я. А самый главный персонаж нашей истории — это, конечно же, дядя Юра Никулин. Вместе с ним встречу вас здесь и я. Меня зовут Руслан, и я приглашаю всех гостей посетить уникальное место в старинном винном погребе. Это подземелье с большой историей. Провожу бесплатную экскурсию, рассказываю про съемки фильма «Кавказская пленница», про это старинное здание, про старинное здание напротив и про эту уникальную улицу. Ну а пока пойдемте к нам в гости и посмотрим, пойдемте, как у нас там. Уникальное старинное подземелье 1825 года, сохранившееся только у нас в оригинальном состоянии до сегодня. Обратите внимание, это все древний камень ручной кладки 19 века. Тесанный камень. Тесанный камень, который сохранился в оригинальном состоянии только у нас до сегодня. Здесь, если обратить внимание, даже раствор с того времени сохранился вот в таком состоянии, каким его изготавливали в те времена. Между прочим, очень редкой породы камень, минерит называется, смесь мрамора и гранита, кристаллический и очень интересный, необыкновенный. А это все интерьер нашего заведения. В средневековом стиле мы открыли бар, в котором лучшие шеф-повара Крыма представили уникальную кухню. Наша кухня считается высокой, изысканной и авторской, друзья. И каждого гостя мы приглашаем к нам в гости. Наши гости имеют уникальную возможность в магазине «Винторг» приобрести бутылочку чего-нибудь, того, что они любят, и прийти с этим к нам в ресторанчик, гастробарчик, для того, чтобы это распить и попробовать блюдо нашей высокой кухни. Так, ну давайте посмотрим, что у вас есть в ассортименте. Это изысканные, коллекционные, очень интересные виды вин, которые гости могут попробовать у нас здесь. Также у нас на баре можно попробовать на разлив вина крымские, самых различных торговых марок, определиться, что бы они хотели приобрести, и целиком взять бутылочку в магазине «Винторг», а у нас попробовать блюдо нашей кухни. Руслан, ну и сегодня четверг будет вечеринка. В стиле Советского Союза. В стиле Советского Союза. И что вы сегодня будете разыгрывать? Мы сегодня будем разыгрывать главный приз. Это бутылка именного авторского вина от магазина «Винторг». Она так и называется — вино «Винторг». Ясно, спасибо. Ну вот я смотрю, у вас в зале уже люди сидят. Да, день рождения, да? Да. Гости, да? Да. Хотите подойти? Ну, надо подойти, да. Да. Давайте я, может быть, спрошу? Да, да. А я сейчас пока поснимаю. Ребята, хорошо. Ну давайте мы дальше с вами смотрим. Может быть,
если пока мы еще не заняты этим процессом, может быть, просто пару слов, как у вас так получилось, что у нас оказались гости. Ну, очень интересно. Знаете, отец вас смотрит. Да? День бухгалтера. Ребят, ну действительно, сегодня день бухгалтера. Я и поздравляю вас от души. И зрители моего канала также поздравляют с днем бухгалтера. А вы все бухгалтеры? Да. И вы молодой человек бухгалтер? Почти. Почти или имеет отношение? Вы тоже бухгалтер? Когда надо посчитать деньги, все. А, главный бухгалтер? Да, я. Вы что? А скажите, пожалуйста, а вы встретились с разных предприятий нашего города? С одного. А как предприятие называется? Отель «Ривьера Санрайз». Вообще супер. Это наши друзья, вообще, между конечно. Прочим, все соседи, большие друзья. Я вас очень рекомендую, между прочим. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вечера. А сегодня будет вечеринка? Руслан уже говорил вам? Нет, еще. А вы даже не знаете, вы не торопитесь, в 8 по часов четвергам начнется программка «Стиль Советского Союза», кинематография, да, всех фильмов Гайдая, «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», будет саксофонист, живая музыка, вам повезло, между прочим, в честь вас еще дополнительно будет такой праздник. Лауреат конкурсов Владимир Довгаль, еще маэстро саксофона. Из Москвы, он сейчас здесь, да, он сейчас здесь, да. Лучшим, да. А у него супруга Алена, она ведет шикарную программу. Она конференция. Так что вам понравится. Спасибо. Давайте еще бухгалтеров. Да, зовите, это правда будет весело. Поэтому да, будем рады. Это мода хорошая, да, и конкурсы интересные. Хорошего вечера. Спасибо, хорошего вечера. Пойдем, я только русский спорю. Поставили, да, уже? Машину привезли? Пойдем, да. Юрий Владимирович Никулин. Главная интрига вечера все-таки состоялась, друзья. Приехал супер ретро автомобиль прямиком из советского времени. Чуть-чуть даже подтолкнем. Надо, я подъеду. Да, немножко. Все как в Советском Союзе. Да, не топнешь, не пойдешь. Да. Фотосессия, друзья, с ретро-автомобилем. И подкова на удачу для каждого. Прикоснувшись, каждый получит свое, что пожелает. Заряд бодрости. ГАЗ-69. Ривьера Санрайз, праздником вас, бухгалтерия! Присоединяемся ближе, друзья, ведь сейчас специально для вас программа в честь вашего праздника и дня, в нашем случае, советского формирования Союза, но, скорее всего, начинается. Итак, мы начинаем. Добрый, замечательный вечер. Внимание, товарищи! Говорит Москва, а точнее говорю я, и сегодня я для вас буду, как бы вы думали, кто? Как всегда, батюшка Ленин, только в современном советском амплуа. Можно просто меня звать Ильич. Со мной сегодня будет Алена Николаевна, и по воле случая она, как всегда, будет, как бы вы думали, кто? Крупье Крупская. Не путай с Крупской, прошу меня. И самое главное, наш вечер, посвященный Советскому Союзу, украшает, друзья, ваша достопочтенная публика. Ура, товарищи! Ура! 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 Когда кричали в советское время «Ура!», даже танки подпрыгивали, помнится. Ладно. А значит, второй съезд горкома партии, магазина «Винторг» и ресторана «Гастробар» объявляется, товарищи, открытым! Ура! Ура! Ура!
поднимемся на аплодисменты. Так вот, как всегда, тематика в этот рыбный день у нас сегодня посвящена советскому ретро и особенной кинематографии времен Юрия Никулина и, в частности, всех фильмов Гайдая. Все готовы? Да, готовы? Да, конечно. Готовы. Кто не знает «Бриллиантовую руку» и так далее. Дорогие друзья, сегодня действительно замечательный вечер. Мы рады приветствовать всех, кто находится в этом зале. Сегодня у нас будет уникальное путешествие в Ее Величество кино. И сегодня мы с вами будем говорить о фильмах, которые очень популярны. Старые фильмы, которые любили наши родители, любим мы и любят наши дети. И обязательно эти фильмы останутся на долгие годы, друзья. В этом нет сомнений. Тогда давайте вспомним и поаплодируем великим людям, давшим начало такой широкой кинематографии, которую хорошо помнят даже сегодня. И тем временем... А тем временем мы предлагаем поднять тост. Как не выпить? За то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, друзья. Замечательного, доброго вечера и хорошего настроения. И мы начинаем. Понеслась. В 1978 году. Да.
как здорово! Ведь нам немного истории, но совсем не помешает. Тем более, что она из Советского Союза. Ну а мы продолжаем угадывать песни. Да нет, подождите. Дорогие друзья, прежде чем мы проверим ваши знания на знание песен, я хочу рассказать вам об одной замечательной творческой личности. Вчера, 9 ноября, свой 93-й год... Угадайте, кто? Отметила... Подождите. Отметила... Еще раз. Нет. Кто написал эту песню? Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Николай Митяев! Нет! Не совсем. Это был родоначальник... всех бардовских песен, которые в советских фестивалях, как авторские... Так, Ильич, Ильич, ты что-то закрутил. Ты помнишь, какого ты года рождения? Я помню, как я встал. Не туда повел ты нашу публику. Александра Николаевна Пахмутова. Представляете? Я специально не туда повел публику. Да, вчера отметила свой 93-й год рождения. Представляете? Вы представляете, уникальная женщина, которая написала более 400 песен. Мы не можем обойти мимо эту тематику, особенно этого автора. Мы уверены, что вы обязательно знаете. Пахмутова знают все. Знаете, кто написал... Какие песни написала Александра Николаевна Пахмутова? Давайте вспомним. Рулька рулькой. Давайте вспоминать Пахмутову. Надежда. Помню, песня такую, знаете? Знаете эту песню? Не знаю, что это далеко, она жива. Я согласен. Привет, ладно, Пахмутова. Кроме вас, есть гости, которые с ней еще знакомы. Нежность. Есть такая песня. А на букву «На» никто не поправил, на две буквы. «Н» и «А» на букву «На» буквы. Куда пойти? Вот вы, я, ну вот вы самые активные, неважно. «Надежда». Олимпиада. Есть такая песня. «Олимпиада». Есть такая песня. Есть песня еще «Ты моя мелодия». Есть песня «Трус не играет в хоккей, то и не знает». Только трус ее не знает. Так вот, друзья. Многие произведения из репертуара Пахмутовой помнят. И что? Ну, аплодисменты Пахмутовой и тем, кто помнит ее песни. И давайте послушаем нежность, роскошную, прекрасную музыку о любви в исполнении лауреатов джазовых конкурсов и фестивалей Владимир Довгаль, город Москва. Попадаю, серьезно, попробую.
вами канал «Дневник коренного крымчанина». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять свои комментарии. И также на мой канал «Дзен» и телеграм-канал. Еще будет много интересного. Пока-пока.